Каля 80 варыянтаў паступіла ад магілёўчан на конкурс лагатыпаў. Ідэі абагульнілі і з'явілася канцэпцыя лагатыпа на палатне ў выглядзе вышыванкі. Яе ажыццявілі выкладчыкі каледжа мастацтваў. Поскольку идея была нам подана, и потом в нее вносились коррективы, то есть мы выбирали, какие именно здания стоит показать, какие не стоит, потому что тут вот пришлось уже от многого отказаться. Червоная эмблема на белом полотне. По боках лев – символ аховы города. У центра – ратуша. Слева – историчные объекты, справа – сучасные. Снизу – орнамент. Пропанов, какие будинки уключить у эмблему, было зашмат. Вот это вот Олимпиец, да, был. Здесь вот у нас дворец гимнастики. Появилась третья идея – совместить оба, скажем так, варианта логотипа в одном изображении. Что, собственно, мы попытались сделать. И в итоге получилось вот что. Стилистика некоторых форм очень сложно перекладывалась на вот эту пластику вышивки, модуль вот этого крестика. Те же львы наши замечательные. Без него тут ну просто было как-то не завершалась композиция. При подсчете перевод вот этого, вот этой полосы в итоге должен получиться длиной 1,20 м. Логотип поделены на фрагменты, и каждый является так само символом. Особные частки эмблемы могут упрыгоживать бейджики продавцов, з'явиться на канцелярских приладах. Как у полным, так и скороченном варианте, его будут размещать на упаковке товаров. Татьяна Сергейчик, Дзяніс Бутылін, новини региона.